Я считаю, что мы, раз мы называемся великой державой, а я считаю Россию великой державой, значит, у нас должны быть большие планы и грандиозные какие-то проекты. Вот и Олимпиада в Сочи это показала. Мне очень было обидно, что многие иностранцы игнорировали, что неправильно освещали это в, ну, в своих средствах массовой информации. Вот, искали какие-то мелкие, опять же, недостатки, недочеты, которые, может быть, всегда есть. Но это настолько было блестяще все организовано, что просто действительно гордость переполняла. Что касается чемпионата мира, то я думаю, что после такого проекта, как Олимпиада, он нам не будет таким сложным. И, наверное, надеюсь, что не будет таким дорогим. Вот. И я за то, чтобы провести чемпионат мира. Потому что мне хочется, чтобы в нашей стране, вот, мне хочется прийти в Лужники и сказать, сходить и побывать на это. Просто как человеку. Просто как, потому что вот ехать куда-то в Бразилию, вот мне ехать, честно, не хочется вот, на чемпионат. Потому что это целое дело, целая проблема. Вот. А здесь вот здорово будет. Дай бог, чтобы не было никаких осложнений, чтобы не было войн, чтобы все приехали, чтобы никто нас не игнорировал и как-то вот все было. Потому что спорт – это, в первую очередь, праздник вот, человеческого духа, силы, здоровья и дружбы. Потому что один из моих любимых тостов – за дружбу народов, понимаете? Потому что это очень актуально, и всегда мы этим славились.